В Пытьях исследователи устанавливают обстоятельства ЧП с ребенком. В сети появилась публикация о том, что 8-летний мальчик провалился в возникшую из-за коммунальной аварии яму с кипятком и получил ожоги ног. Теперь проводится доследственная проверка по признакам преступления. Выясняют, имел ли место факт выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности. Также устанавливают степень тяжести вреда, полученного ребенком, поясняют в окружном следственном управлении. Будут опрошены работники коммунальной службы, установлены причины, по которым образовалась эта опасная яма, и причины, по которым она не была вовремя огорожена. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.